Ребята, всем большой-большой привет. Спешу очень. И сейчас приготовлю завтрак, перекус с лаваша. Что у меня есть. Буду пользоваться. Нету времени, а надо снять. Нам понадобится такой круглый лавашик. Три яйца, вот тут одно разбитое. Сырок. Помидоры. Картошечка с колбаской на терочку. Сейчас мы выливаем яйцо на сковородочку. Сверху лавашик. И будем все потихоньку слаживать. Идем к плите. Ребята, смотрим. Внизу взбитое яйцо. Во всей сковородочке надо на холодный. Снизу чуть-чуть маслица вылить, яйцо распределить равномерно и сверху сухой лаваш. Сейчас он поджарится снизу, мы его перевернем. Этой стороной уже к сковородке. Вот оно тихонько поджаривается. Аккуратненько перевернем. Вот, перевернули. Убавляем сразу огонь. Перед тем, как перевернуть, надо лавашек смазать чуть-чуть кисточкой маслом. Теперь ложим на одну сторону, вылаживаем. Сырочек. Потом ставим сюда колбасочку. С картошечкой распределяем. Не жалеем начинки. Распределяем аккуратно, придавливаем даже. Там оно потихоньку поджаривается. Вот так. На этот сырочек. Придавливаем, придавливаем. Вот оно там хорошо жарится. Пока мы сделаем, оно поджарится. Так, ставим сюда сверху помидорки по краю, тоже так придавливаем, три штучки маленьких. И на помидорки опять сырок. Все на одну сторону, вторую сторону мы будем закрывать. Теперь аккуратненько, там оно еще не прижарилось. Прижарится, переворачиваем, накрываем вот это все. И вот мы перевернули вот так. Еще, но еще можно поворачивать несколько раз. Ну, захочете сильнее, чтобы поджарилось. И оно потихонечку на медленном огне все там в середине пропекается. И вот получается такая красота. Сейчас еще на одну сторону перевернем, может еще раз на эту, чтобы было больше прожарено. Чуть-чуть маслица надо капать, иначе сковородочки прилипнет. Готовьте. Вот мы еще раз перевернули. Вот в таком состоянии уже оставляю. Видите, какая корочка хрустящая. И ту сейчас поджариваем, все готово. Чуть-чуть масла. Ребята, наш завтрак готов. Стоит на столе. Смотрите, как можно приготовить завтрачек из того, что было. И посмотрите, какая красота. Сырочек поплавился. Помидорка спеклась. Там картошечка. И лавашик тоненький. Смотрите. Смотрите, какая красотень. Из ничего. Ну, дешевых продуктов, доступных. Смотрите, какая красота. Готовьте. Очень пахнет на всю квартиру и для соседей. Всем приятного аппетита. Пока-пока.